Всем привет! Вот это новая Toyota RAV4 пятого поколения 2021 года выпуска. Машина абсолютно новая, практически с салона. Человек приехал на полную шумо-виброизоляцию. Так как уже разобрал салон, не буду показывать, но на ней реального пробега 48 километров. Не тысяча, просто 48 километров. С дилерского центра человек заехал на заправку и приехал к нам. Стал разбирать салон, снял пол, полез снимать потолок. И наступил вот в это вот место, где ноги заднего пассажира. Подо мной был какой-то хруст. Ну, хрустит и хрустит. Ребят, машина в максимальной комплектации. Стоит она без малого почти 3 миллиона рублей. Вспоминая видосы, которые были раньше на Ютубе, про Калину, про Гранту, про Весту, машины, которые стоят до миллиона, да? Когда пацаны потихоньку отковыривали штатную шумоизоляцию, с Тойоты за 3 миллиона я просто охренел. Вот так вот, чуваки. Просто вот взял лист и отпал. Здесь берешь без отверток, без ничего. Просто руками берешь. И все это отрывает. Багажники, ребят, 3 миллиона рублей. Железо ходит все ходуном. Берешь и отрываешь. Без отверток, без ничего. Просто все руками. Заднее, второе. Берешь полный лист. Даже не похрустело, так отпало. Toyota, вы вообще охренели со своим качеством. Легендарное качество. Люди у вас покупают машины за 3 миллиона рублей. Вы берете такое говно делаете. Просто руками все отрывается. Тут ладно.